Я прошла курсы 24 школы разножанрового вокала Ирины Цукановой. Честно говоря, до сих пор нахожусь под впечатлением. Масса информации просто очень интересна. Я до этого занималась 12 лет вокалом с разными педагогами. И то, что я услышала здесь, я не слышала нигде. У меня много впечатлений, эмоций от самой подачи информации. Информация очень яркая и очень нестандартный подход. Также у меня очень сильно изменилось вообще представление о вокале. И не только о вокале, а о музыке в целом. Реально просто какой-то удивительный, новый, очень интересный целый мир. Очень яркий, качественный, богатый, но в то же время абсолютно понятный и доступный, ну, я бы даже сказала, каждому человеку. Вокалом я занимаюсь не так давно, а вот мечта петь у меня была с самого детства. В детстве я закончила музыкальную школу, пела, садилась за пианино часто, но в основном для себя, для своих близких. Такое, знаете, домашнее пение. Около 30 лет я пришла в церковь и стала там петь в хоре. Конечно, я стала заниматься вокалом. Найти себя в пении, к сожалению, у меня тоже не получалось. Я не чувствовала, что я пою. Что-то улучшалось, какие-то моменты, какие-то оставались на месте, какие-то меня не устраивали. Но ощущение, что я пою, вот внутреннее ощущение, у меня все равно его не было. Когда я познакомилась с Ирой, мое представление о вокале и о моем голосе кардинально полностью изменилось. Помимо того, что Ира научила меня много чему новому, даже те недостатки, которые я всегда пыталась убрать, и многие из педагогов тоже пытались убрать, она превратила в достоинство. Ну, конечно, перед этим облагородив и показав мне, как это делается правильно. Честно, я очень благодарна Богу за этого педагога, потому что, хотя она младше даже моего сына, она стала для меня наставником во многих других вещах. Просто музыка – это очень глубокое и объемное понятие. И пение – это только частичка. Ира, как педагог, она помогает развивать не только вокал, но и другие моменты, которые даже порой важнее, и именно в них причина того, что не получается петь. Есть в твоей жизни встречи, которые тебя невероятно обогащают. Встреча с Ирой и Артуром для меня именно такая встреча. Большой респект этой семье и благодарность. Для меня это было просто незабываемое время.